Добрый день, дорогие друзья! Возможно, кто-нибудь задаст вопрос, стоило ли заказывать весы из Соединенных Штатов? Не легче ли заказать здесь, на Филиппинах, в море? Возможно, для кого-то это будет легче, но для нас не очень. Почему? Отвечу. Мы живем в деревне. Чтобы доехать до ближайшего мола, нужно нам приехать в Сан-Франциско. Примерно час дороги, 400 песо у нас уходит на бензин, мы даем водителю. Ну и минимум мы платим 400 песо за работу, потому что он теряет практически весь день. Второе, качество, скорее всего, не то будет. Даже если вы живете рядом с молом. Мы покупали в Турции, здесь на Филиппинах как-то покупали. Но весы всегда не точные. Когда я делаю покупки онлайн, я смотрю на ревью. Какое количество и, естественно, сколько звезд. У этих весов 177 тысяч, почти что 177 тысяч. И по оценке 4.7 звезд. Были разные марки весов. Именно эти весы оказались самыми лучшими, с большим количеством ревью. И с большим количеством звезд. Ну, а второе, мы взяли реле, так как наш водяной насос немного подвел. Реле постоянно отключается, поэтому приобрели сразу несколько штук. И так получилось, что еще один заказ придет. Мы покупали в шопе, но там непонятная система, я имею в виду программа. Показывала, что покупка не произведена. Пришлось повторно приобретать то же самое. Когда полез, оказалось, что покупка есть. И в итоге отменять было поздно, поэтому две маленькие бандроли по 5 реле придут. Ну, стоимость не очень большая, по-моему, где-то 330 песо вот за 5 штук вместе с доставкой. У нас стоит отличная солнечная погода. На этом все, дорогие друзья. Счастливо, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии.